Итак, друзья, у нас послематчевое интервью с Эквалом. Вероятно, MVP матча против Power Rangers. Здравствуйте, Андрей. Всем привет. И ваши эмоции об игре? Ну, эмоции, как... Все очень неплохо получилось, то есть готовили эту стратегию. Ну, как готовили, то есть стратегия, в принципе, старая, просто отрабатывали, и все получилось как нельзя лучше. То есть пошли пушить просто, и они нам ничего не смогли противопоставить. Все стандартно, но все равно, как бы, не сказать, что игра легкая, все равно каждая игра тяжелая, даже такая. Хочу отметить твоего бестмастера, у которого было 0-2, который стоял на харде и который набил годлайк. Каким образом вот такая воля? Потому что не часто, честно говоря, увидишь соло без тасхарда. Ну, тут на самом деле все зависит именно от командной игры. То есть там противники знают, что бестмастер не нафармил, знают, что Троксана фармила, идут бить ее. В итоге есть возможность раздавать, то есть... Поэтому я дрался всю драку, меня даже там практически не трогал никто. Ну и вот вам и годлайк. Понятно. Твое впечатление о Блэке по последним играм? Да, о Блэке, от каждой игры о Блэке у меня только лучшее впечатление остается. На самом деле, чувак просто сидит, играет, там старается. И на самом деле, огромное ему спасибо, что он выручил нас уже на трех чемпионатах, он нас выручает. И... Как бы, все равно, но он с Сэндом зафейлил, так что, да. Открой нам тайну, есть ли у Блэка шансы стать чистым? Ну, тут я бы без комментариев оставил, тут возможно то, что Ронин уйдет из команды, и поэтому Блэк может стать пятым. Ладно, мы вам пожелаем так, чтобы не было этого всего, желаем, чтобы все было наилучшим образом, ну и, наверное, последние слова, какие-нибудь там приветы или благодарности, что угодно. Да, всем привет, я хочу просто передать благодарности вот Next'у за то, что я могу хоть отсюда поиграть. Все, Андрей, спасибо вам большое, мы признательны вам за вашу игру, до свидания.